Элина? Я повторяю, я не Элина, я Wednesday. Wednesday, смотри, у тебя на плече рука ползает. Не бойся, сестренка, это наш домашний питомец. Вещь, поздоровайся, сестренка, скоро она станет одной из нас. Шорох такой. Мне либо показалось, что там девочка ходит. Ай, нет, на улице просто ночь, а мне, наверное, все показалось. Пойду лучше музыку делать. Так, что же мне задавали? А, вспомнила. Илинка, ты такая умничка. Молодец, делай домашку. Мам, я тут гамму разучиваю. И сделай маме, пожалуйста, чаек. А то мне что-то в окне померещилось. Да, Илинка, это будет лучшее решение. А то мне тоже что-то померещилось. Все, ты пока занимайся. Наверное, Сережа с Леркой приехали. Нет никого. А что это за тетрадь такая лежит? А, походу, Элинке кто-то принес и убежал. Элинка, тебе тут, походу, посылочка от какого-то незнакомца. Смотри, тетрадь с новыми мелодиями. На, поиграй. Странно, мне никто не должен был эту тетрадь передавать. Еще написано Wednesday. Элинка, походу, у тебя какой-то тайный поклонник появился. Ты разучивай новую мелодию, а я пойду своими делами заниматься. Сейчас попробую ее сыграть. Наконец-то я дома. Я так устала в школе. Все, ты иди домой, я загоняю машину. Хорошо. О, мама с Элиной дома. Попробуй их напугать с обратной стороны. Какая Элинка молодец, уже новую мелодию разучивает. Элину не получится напугать. Она очень громко на пианино играет. Посмотрю, чем мама там занимается. Так, чай готов. Нужно идти Элинку звать. Блин, к маме не успела, она к Элине пошла. Это что, рука или мне показалось? Ребят, если вы что-то знаете, напишите обязательно в комментариях. И кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ай, Лина, уже смысла нет пугать. А как она так могла быстро переодеться? Она похожа на эту, как там ее, из сериала Wednesday. Нет, а может, мне все-таки это показалось? Ладно, пойду домой, во всем разберусь. Папа, пошли быстрее. Что-то тут все розового цвета. У кого такой противный вкус? Хотя бы клавиши фортепиано меня радуют. Мои любимые цвета белый и черный. Вещь, и ты тут? Ты что, прятался в этой музыкальной тетради? Или ты за мной следишь? Тебя что, мои родители попросили? Вещь, сиди тут, посмотришь, как я танцую. Вещь, смотри внимательно на мой танец, потом будем вместе его танцевать. Oh, dance, 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 shimmer, dance, 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 mama, dance, 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 yeah, make me feel I'm not a dance, 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 shimmer, dance, dance, dance. Ой, Элинка, какая ты смешная. Слушай, чай уже готов, пойдем пить. Я не Элина, я Wednesday. Кто ты, Элина? Я повторяю,
Я не Элина, я Венсдей. И что у тебя за стиль? Мерзкий, яркий. Элина, что это за шутки? Ты что, меня пранкуешь? Что за образ? Я повторяю, я не Элина, я Венсдей. Послушай лучше мою новую мелодию. Теперь я узнаю свою настоящую маму. Венсдей, давай теперь вместе станцуем твой танец. Я только за, мам. Давай станцуем вместе этот танец. Вещь, выходи быстрее, не прячься. Мама теперь стала одной из нас. Теперь мы все семейка Адамс. Ребята, но если вам нравится мой танец с мамой, обязательно ставьте лайк. Не может быть! Неужели это теперь не Элина, а Венсдей? Ребят, жмите лайк, чтобы мы смогли разгадать эту тайну. Нет, а может, я это все-таки себе надумала? Да там и мама с Элиной танцует. Блин, ну где тут папа? Вот теперь я точно уверена, что это не Элина, а Венсдей. И рука этому доказательство. Вещь, ты чего нас отвлекаешь от танца? Вещь, что случилось? Ты же видишь, что мы с мамой заняты. Прыгай ко мне лучше на руку. Вещь, ты больше нас не отвлекай от танца. Вещь, лучше начинай с нами танцевать. Мама тоже в опасности. Надеюсь, Элина не превратила ее в Адамс. Папа, иди быстрее сюда. Папа, только пригнись, они тебя заметят. Лера, так что случилось? В чем паника? Папа, это такое дело. Элина стала Венсдей. Кто? Элина? Да. И какая еще Венсдей? Папа, ты что, вообще не в теме? Это есть такой трендовый сериал. Да, Лера, ладно тебе. Ты что, прикалываешься? Какая Элина Венсдей? Я сейчас выгляну и посмотрю. Насмотришься вечно эти сериалы целую ночь. Папа, садись. Нет, папа, садись! Она ж тебя только одним взглядом загипнотизирует. Ладно тебе, Лера, я одним глазком только взгляну. Обещаю, буду аккуратен. Лера, это реально Венсдей! А я тебе говорила, наконец-то ты мне поверил! Я тебя пранканул, это просто Элина с мамой, пойдем домой! Папа, а ты уверен, что это не Венсдей? Да, конечно же, не Венсдей. Это наша Лина, Лера. Девчонки просто развлекаются. Мне может, страшно. Придумали какой-нибудь Хэллоуин. Пойдем домой. Вот, Лера, только из-за тебя сейчас самое интересное пропустим. Девчонки там во всю катушку развлекаются. Ребят, если вы еще не ставили лайк и не подписались на наш канал, то обязательно это сделайте. И напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы папа поверил, что это не Элина, а она самая настоящая Венсдей. Мама, Вещь куда-то побежал в другую комнату. Ничего страшного, он сейчас вернется. Папа, подожди, эта рука уже здесь. Да что ты? Папа, там в окне вещь. Какая еще вещь? Ну такая рука со шрамами из сериала. Это, наверное, питомица Лины или Венсдей, сама уже запуталась. Лера, там просто вазон в окне стоит. Пойдем домой. Папа, раз ты мне не веришь, я тебе сейчас попробую все доказать. Смотри, я сейчас захожу в дом, только ты внимательно смотри в окошко. Я не хочу стать одной из семейки Адамс. Ну ладно, заходи. Я буду внимательно наблюдать. Хоть бы они меня не сделали кем-то одним из них. Странные все здесь какие-то. Я бы тоже не хотел бы стать одним из них. Какая-то семейка такая, Адамс.
Где-то я раньше слышал. Ну ладно, мы Леру в обиду не дадим. Буду смотреть за ней внимательно. Она же часть семьи Йошо. Фу, какая жуткая музыка у них. Мама, посмотри, за нами какая-то мерзкая девчонка подглядывает. Пенстый, не переживай. Это твоя старшая сестра. Лера, выходи. Мам, она совсем на нас не похожа. Пенстый, она просто еще не в курсе, что она одна из нас. Она семейка Адамс. Нужно над ней поработать, чтобы она стала как я. Да не надо со мной ничего делать. Мама и Нина, что происходит? Только мне раз еще повторять, я не Элина, я Уэнсдей. Но я же говорил, что здесь ничего страшного нет. Они просто стоят и общаются. Ну ладно, попробую еще, понаблюдаю. Ну я сейчас посмотрю, что они задумали. Главное не смотреть им в глаза, тогда чары не подействуют. Пошли, сестренка, мы тебя переобразим в более красивый цвет. Ты совсем на нас не похожа. Мы поменяем твой образ на более жуткий и устрашающий. Элина! Я повторяю, я не Элина, я Уэнсдей. Уэнсдей, смотри, у тебя на плече рука ползает. Не бойся, сестренка, это наш домашний питомец. Вещь, поздоровайся, сестренка. Скоро она станет одной из нас. Привет! Как же это ужасно! Я так и хотела. Надеюсь, папа все видит и точно мне уже в этот раз поверит. Но я так и знал! Лера просто с ними стоит и общается. Если бы они были Адамс, они бы на нее сразу напали. А я здесь стою, просто не мерзну. Это все пранк! Ну что, Лера, убедилась, что все, что ты сказала, это выдумки? Нечего фильмы смотреть в 3 часа ночи. Папа, смотри, если ты мне не веришь, Лина на плече живая рука. Она со мной только что поздоровалась. Лера, ты опять все выдумываешь. Ну что, Вич, начинаем ее переображение. О, нет, я не хочу во всех ваших делах участвовать. Мне срочно нужно в туалет по-маленькому. Лера, ты куда? Вещь, ты куда? Мама, походу, моя сестренка напугала моего домашнего питомца. Уэнсдей, твоя сестренка очень рада была познакомиться с новым питомцем. Просто она не ожидала эту встречу. Блин, что же делать? Они хотят нас преобразить в одних из них, а папа еще мне не верит. Ребят, а вы были на канале Йос Шоу? Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте про колокольчик. Всем пока-пока, а я буду думать, что дальше делать.